метео- и астропрогнозах вам расскажет Небесная канцелярия. 8 февраля, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 10 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется до отметки минус 7, пасмурно, небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет стабильным и составит 758 миллиметров ртутного столба. Благоприятный день обещают нам астрологи. Близкие и старые знакомые обязательно придут на помощь. Общение сложится удачно, повезет и с покупками. А вот на любовном фронте не обойдется без приятных сюрпризов. Я желаю вам хорошего отдыха. До свидания.